Для фермеров Курмангазинского района, самого отдаленного в Атырауской области, наступила горячая пора. Началась посевная. К слову, за последние несколько лет поля под овощи бахчевые там увеличились в несколько раз. Местные власти отмечают, что меняется и отношение предпринимателей. Многие из них составляют офисные кресла в городе и переезжают в село работать на земле. Еще несколько лет назад основной доход жители Курмангазинского района получали от разведения скота и рыбалки. Сегодня приоритеты поменялись. С каждым годом расширяют площади для овощных и бахчевых культур. Ассортимент стал разнообразнее. На первом месте по популярности у фермеров картофель, потом идут бахчевые и овощи. С каждым годом у нас растут показатели по их производству. На будущее запланировано строительство теплицы. Будем разбивать яблоневый сад. Радует, что отношение к земле за последние годы поменялось. Люди возвращаются, хотят строить свое дело здесь, в ауле. Один из таких людей – Ерлан Булатпаев. В село приехал год назад и сразу заинтересовался пустующими землями. Для первого опыта взяли 500 гектаров под овощи. В успехе своего мероприятия предприниматель не сомневается, хотя знает – потрудиться придется. Засеяв первые гектары, здесь уже строят новые планы. В настоящее время у нас в пользовании 500 гектаров земли. Работает здесь 30 человек. В будущем планируем взять еще 1500 гектаров. Тогда нам будут нужны не менее сотни рабочих дополнительно. Работают в хозяйстве жители окрестных аулов. Привлекает стабильная заработная плата и близость к дому. Нет надобности искать работу в областном центре. Сельчане уверены, с процветающими крестьянскими хозяйствами аулы ждут приятные перемены. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырауская область, 24 КЗ.